Всем привет, дорогие друзья! С вами Николай Лужков. Сегодня у нас с вами практическое занятие, и мы разберем, как сделать легко и просто подкаст, запись, возможно, видео. Но для тех, кто каким-то образом боится себя показать, позиционировать в социальной сети, стесняется, есть такие люди, которые боятся. Давайте я вам расскажу, как сделать легко и просто хороший подкаст с помощью неких инструментов, которые нам доступны. Давайте начнем. Для этого нам понадобится наша социальная сеть ВКонтакте. Давайте я покажу вам на своем примере. Заходим на свою страничку ВКонтакте, и нам понадобится раздел «Статьи». Кликаем сюда, в эту вкладочку, и выбираем «Создать статью». И здесь мы пишем то, о чем мы хотим рассказать другим людям. О ваших преимуществах, о вашей компании, о вашем продукте, о вашей услуге. В общем, о чем хотите рассказать, о том и пишите. Для этого можно писать прямо здесь, но можно также предварительно написать это в каком-то текстовом документе, скопировать этот текст, который вы написали, перейти и вставить сюда. Здесь нам немножко можно подредактировать. Пишем название. Все, написали, посмотрели, проверили. И кликаем «Сохранить». Жмем «Опубликовать». И видим, наша статья опубликована. Но пока мы не жмем вот эту вкладочку синюю «Опубликовать». Она находится здесь, на вашей страничке. Но ее пока еще никто не видит. До момента нажатия вот этой кнопочки. Нам этого и не нужно. Что мы делаем дальше? Запускаем программку OBS. Эту программку вы можете скачать с интернета. Она находится в свободном доступе. Запускаем ее. Видим, что программка запущена. И теперь мы жмем вот на эту вкладочку. Легкий и легальный заработок. Всем привет, дорогие друзья! Если вас интересует легкий и легальный заработок, то обратите внимание на этот вариант. До конца прослушали, остановили ОБС, остановить запись, закрываем программку и удаляем. Нам публикация вот этой статьи, по сути, не нужна. Можно, конечно, ее тоже опубликовать, но это не сегодня. Все, на страничке у нас все осталось без изменений. Теперь мы возвращаемся, открываем свой сайт на ту тему, на которую мы записывали подкаст. Можем сделать скриншот странички, можем запустить слайд-шоу вот это такое. Оно будет работать и будет нормально все выглядеть. Можем просто свое изображение в подкасте выставить. Далее мы, допустим, записали немного видео со своего сайта с помощью любой программы, которая вам доступна. Заходим и запускаем эту программу. Я буду показывать вам в Camtasia Studio. Повторюсь, программ таких много, которые записывают и могут редактировать. Теперь у нас есть запись. Заходим в раздел, где они сохраняются, и перетаскиваем эту запись в наш редактор. У нас есть картинка. Сюда мы можем наложить, если хотим, как я уже говорил, свое какое-то изображение. Будет выглядеть некорректно, потому что
запись подкаста идет женским голосом, поэтому мы сделаем вот так. Возьмем картинку с сайта, перетаскиваем, то есть редактируем. Удаляем все лишнее и проверяем, что у нас получилось. Мы все отредактировали и смотрим, что у нас получилось в конечном итоге. Легкий и легальный заработок. Всем привет, дорогие друзья! Если вас интересует легкий и легальный заработок, то обратите внимание на этот вариант. Он подходит абсолютно каждому. Школьнику, студенту, домохозяйке, пенсионеру. Преимущество. Легально. Легко и комфортно. Уникальный продукт. Неограниченный заработок. А теперь разберем каждый пункт подробней. Первое преимущество. Компания российская, легальная, прошла все необходимые проверки, работает с 2015 года. Это не хайп, не пирамида, не лохотрон. На сегодняшний день компания стремительно развивается и распространяется по всему миру. Ее офисы и склады находятся во всех крупных городах в России и за ее пределами. Второе преимущество. Для начала работы нужно пройти простую регистрацию, и вы получаете инструмент для реализации своих целей. По сути, это ваш личный интернет-магазин с продуктом. После регистрации вам присваивается ID-код и реферальная ссылка. Выбираете любой удобный для вас способ подачи информации и выстраиваете свою структуру потребителей продукта. Для этого достаточно освоить некоторые простые способы подачи полезного контента. Делать это можно, когда вы хотите, где хотите и сколько хотите. Например, можно писать статьи. Можно записывать видео. Можно записывать подкасты. Оставлять эту информацию в социальных сетях и тематических группах. Можно рассказать человеку в личной беседе, дать каталог и продукт. Подходите к процессу творчески, и результат не заставит долго ждать. Третье преимущество. В создании продукта принимают участие видные ученые Российской академии наук. Продукт уникален. Аналогов некоторым продуктам на сегодняшний день нет в мире. Продукт натуральное клеточное питание, есть все сертификаты качества. С помощью продукта вы решаете проблемы со здоровьем, продлеваете красоту и молодость своего тела. Живете долго и комфортно, без серьезных проблем со здоровьем. Красота, здоровье и долголетие становятся вашей реальностью. Люди, сделавшие свой выбор в пользу активного долголетия, персональной ответственности и, как следствие, всегда рады делиться своими секретами здоровой, полноценной жизни с другими. Забота о своем здоровье – это первый шаг на пути к внутренней гармонии и красоте. Четвертое преимущество. Компания дает возможность всем желающим не только оздоравливаться с помощью своего уникального продукта, но также открывает каждому желающему возможность зарабатывать столько, сколько вам нужно. Маркетинг-план – один из самых лучших на сегодняшний день и находится на сайте компании. Знакомьтесь и зарабатывайте без риска и ограничений. Остались вопросы? Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом, и я постараюсь на них ответить. Удачи вам! Здоровья и процветания! Вот так, дорогие друзья, с помощью текстов вы можете создавать подкасты, видео и публиковать их в социальных сетях. Это для тех, кто, боится, стесняется. Вариант рабочий, очень интересный. Искусственный интеллект нам в помощь. Пользуйтесь. Сегодня очень большие возможности для творческих людей. Удачи вам. Всего вам доброго. До встречи в следующих видео, дорогие друзья.